По сводкам МВД России, за прошедшую неделю с 3 по 9 июня на территории района зарегистрировано 291 сообщение о преступлениях Артемовского района. Из них 24 сообщения о происшествиях признаками состава преступления, 11 из которых содержат составы по признакам превентивного состава, 13 фактов содержат признаки преступления средней тяжести по более тяжким. По 148 сообщениям принято решение в дежурные сутки. Так, за истекшую неделю возбуждено в дежурные сутки 4 уголовных дела. По 38 материалам проверок принято решение вынесения постановления об отказе возбуждения уголовного дела. 21 материал направлен по территориальности. По 24 материалам проверок принято решение приобщения специального номенклатурного отдела, как не нашедших свое подтверждение. По 19 сообщениям составлены административные протоколы. 17 сообщений приобщено к ранее зарегистрированным фактам, отказано в возбуждении административного производства по 28 сообщениям. На территории района по подозрению в совершении преступления задержан один гражданин. На территории района скончалось 7 человек без признаков насильственной смерти. В дежурную часть МВД России по Артемовскому району доставлено 8 граждан. Все данные граждане содержались в помещении для задержанных в дежурной части МВД. На территории района также выявлено 492 административных правонарушения, из которых за появление пьяного вида в общественном месте 46. Сотрудниками ГИБДД выявлено 446 нарушений правил дорожного движения. В ходе проведения профилактических мероприятий на территории района было проверено и осмотрено 395 единиц автотранспорта, 225 лица проверены по базе розыска. Также проверено 57 граждан на наличие неоплаченных штрафов.